Взрослая табла соло. Приглашается Савчук Василина, 346. Встречайте. Готовится Малаховская Нина, Мефёд Оксана, Короченко Анна. Из Одессы, да. Сейчас Малаховская Нина выйдет, номер 379. И готовится Мефёд Оксана. Малаховская Нина. Можно выступать, можно готовиться к выступлению. Сеньорины также готовятся. А сейчас взрослые табла соло 346, 379, 436. Сеньорины табла соло 112, 343. Правильно, да? Или взрослые? 400, 436. Оксана Мефёд. Взрослые табла соло, правильно?
Светлана. Приглашается Анна Короченко, 438. Приглашается номер 442, Шевченко Наталья. 439, Белых Лилия. Артемовск Шарм. На сцену номер 442 Шевченко Наталья.
Спасибо. И еще одна участница, номер 470, Коваль Анастасия. Анастасия Коваль есть в зале? Значит, мы переходим к категории сеньорины, табло соло. И первая выступит участница номер 112. Свергуненко Анна. Итак, на сцене сеньорина табло соло номер 112. Не уходите. 112, Свергуненко Анна. Давайте, пока у нас небольшие технические неполадки с диском. Участница номер 343, Антонюк Лариса. Номер 112 немножко позже продолжит соревнование. Мы переходим к категории любителей табло соло. И на сцену приглашается номер 500, Зарицкая Ирина. Номер 500, любители табло соло. Любители табло соло, номер 500. Thank you.
небо. Приглашается Юлия Бабина, 380. Готовится Дрека Юлия, 381. Кишинев, спасибо. Приглашается синьорина номер 312. Вот перед категорией любителей танцевали синьорины, и у девушки просто не звучала фонограмма. Итак, 312, встречайте. Каховка. Thank you.
спасибо. Приглашается Дрека Юлия.